Это первое в «Газпром-добыче Ямбург» обучение по культуре безопасности силами внутренних тренеров в Новом Уренгое. Начальник отдела кадров Марина Украинец и молодежный лидер Анастасия Павлова вместе со слушателями ответили на несколько важных вопросов. Что такое приверженность культуре безопасности, где она применима и когда оценка рисков необходима? Для этого участники тренинга работали в парах или мнения озвучивали с места. В группу собрали молодых специалистов, которые в обществе пока только 1-2 года. Разработана учебная программа универсальна, однако тренеры учитывают конкретную целевую аудиторию. На этом этапе у нас 5 внутренних тренеров, которые пока будут вести тренинги с ко-тренерами, да, скажем так, с помощниками. В дальнейшем рассчитываем на то, что тренеров станет гораздо больше, потому что компания у нас большая, работников у нас более 11 тысяч, и, соответственно, конечно же, 5 тренерам или даже 10 обхватить весь персонал, ну, по меньшей мере, невозможно.